Бесперебойное и безопасное обеспечение проезда по дорогам области – основное направление работы Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом рассказал глава ведомства, подводя итоги 2014 года. Так, по словам Николая Чурикова, начавшийся уже в феврале прошлого года ямочный ремонт трасс позволил снизить ухудшение качества дорожного полотна весной, а также уменьшить количество ДТП на областных магистралях. В прошлом году продолжилось строительство перехода через судоходный канал в Балаково. Мост имени Победы будет открыт уже к 9 мая. Кроме того, уделялось большое внимание передаче региональных дорог в федеральную собственность. Трассы Сызрань-Саратов-Волгоград и Пристанная-Ершов-Озинки уже в этом году могут получить новый статус.